Всем привет! Продолжаем серию видео про наборы Виха и Гидора. Уже рассмотрели в предыдущих обзорах их содержимое. Что еще хотел рассказать? Самый простой вариант компактного хранения это вот такой. Мы берем ложемент ШГИ от набора Виха и кидаем его сверху на ложемент Гидора. Все у нас нормально закрывается. Единственное, что вот это постоянно доставать, ложемент, я думаю, долго так не протянет. То есть хранить так более-менее удобно. Куда-то выдвигаться, наверное, не очень удобно. И плюс по наполнению у нас, конечно, здесь дублирование шестигранников, но они, по крайней мере, разные по длине. И дублирование ключей Торкс, которые здесь в таком количестве, в принципе, не нужны. То же самое лишние кусачки. То есть более-менее компактно это все вмещается. Значительного толку, наверное, от этого нету. Так, что я придумал? Есть у меня ГСР 12V15 зарядным устройством. Вторая половина от него практически бесполезный ложемент. У меня в нем нечего хранить. Что хотелось сделать? Вот из этой части я хотел вырезать часть с отвертками и разместить в L-боксе. Соответственно, у меня будет шуруповерт, вместе с ними отвертки. Соответственно, в один L-бокс влезет довольно много полезных вещей. И, соответственно, как я хотел это делать, по половине разметить эту часть и, в принципе, вырезать. Но в результате делать я так не стал. Первое, что мне не понравилось, мне практически негде хранить данный фонарь в L-боксах. То есть хотелось под него место. Плюс, если мы убираем зарядку, то здесь практически разместить нечего. Также аккумулятор 4 или 6 ампер-часов особо нигде не влезает. То есть, если его просто вот так класть, будет болтаться. Так как вставка у нас довольно мягкая, то есть ее, в принципе, можно подрезать, что я сделал? Сам ложемент я разметил и вырезал с помощью мультирезака. То есть, в принципе, можно работать тем, как с томеской. В отличие от ножа, который изначально у нас может прорезать, а потом все это нужно выковыривать. То есть получилось довольно ровно. В принципе, вот эту часть можно дополнительно прогреть феном, чтобы у нас была более гладкая подложка. То есть аналогично вот этой части. Так, в принципе, все у нас отлично влезает по наполнению остальной части. Вот такой довольно компактный набор. Это у нас Makita, на самом деле производит для Makita компания Виха. Я здесь заменил битодержатель, использую битодержатель шуруповертом от Вера. Он здесь прекрасно размещается. И вот такой наборчик мы можем разместить в этой части. Дальше. От набора Toolcheck Plus у нас есть трещотка. Сам набор довольно занимает много места. Наиболее часто из этого набора нужна трещотка. То есть все остальное я использую реже. Можно взять из этого набора просто трещотку и разместить вот здесь. Никуда она у нас не выскочит, будет на месте. Также в таких вот наборах у нас есть комплекты сверел. Можно в них хранить длинные биты, в принципе. То есть вот здесь отсеки. 4 отсека есть, вот мы берем биты 150 мм, у нас они вполне здесь размещаются. Это держатели, в принципе, здесь можно размещать. В такой же коробке есть наборы непосредственно сверл. Вот. Этот набор мы тоже можем разместить здесь. Вот такой набор от Веры. Чем он удобен? Здесь есть такая ручка с рэпидаптером. Если мы берем вот эти биты длинные, бита надежно фиксируется, ну, люфт минимальный. Набор мы можем разместить вот здесь. У нас при этом все нормально закрывается. Что мы еще можем добавить? Вот такие у меня есть набор Bosch, в котором я храню различные биты 50 мм. Довольно удобный. Прекрасно смещается вот в этом углу. Вот такое получилось наполнение. Что здесь еще можно добавить? В принципе, в эту часть можно добавить стриппер, пассатижи. И при этом все у нас
закрывается. Давайте добавим еще кусачки. Вот у нас все закрылось. При этом ничего по боксу не ездит. Все остается на своих местах. Что еще можно сделать? В принципе, можно прорезать в этой части под зарядку. Она здесь вполне разместится нормально, если нам нужно зарядное устройство. Но в принципе с двумя аккумуляторами здесь и фонарик проработает долго, и шуруповерт проработает долго. Также здесь можно разместить непосредственно набор ШГИ. Если мы, например, вот эту часть убираем, здесь можно дорезать под вот этот наборчик. Это у нас вихо. И в принципе у нас все вот так разместится. То есть мы его можем опустить и сверху него положить, в принципе, вот этот набор. И при необходимости вот этот набор. Какая есть еще альтернатива? Еще мы можем прорезать, в принципе, вот так. То есть хранить инструмент вот так. То есть у нас, в принципе, здесь больше всего влезет. Но сверху не сможем положить, например, сверло. Так, что еще, в принципе, здесь мне нравится? Вот эти наборы, которые у нас Impact Control. В принципе, под них я, наверное, дорежу вот эту часть. То есть, чтобы их один на другой положить. В принципе, здесь их можно разместить также. Ну, по вариантам дальнейшего улучшения здесь можно много что придумать. Можно прорезать вот эту часть, опустить вот этот набор вот так. То же самое касается вот этого набора. То есть, в принципе, они два влезут вот так, если мы их опустим вниз. И здесь останется больше места. Вот так мне получилось модернизировать акционный набор Кидуры. Теперь в нем вмещается не только шуруповерт, но и фонарь. Также можно хранить расходку для шуруповерта. В принципе, наполнение данного L-бокса более чем достаточное. При этом ничего у нас не болтается. Все на своих местах и ко всему есть доступ. Доработать ложемент довольно просто. В принципе, с этим любой справится. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А я с вами прощаюсь. Всего доброго!